Всем привет, друзья! С вами Корвет, и мы находимся в Grim Knight. Я думаю, что вы уже заметили, да, что мы снова начинаем игру заново. Я вам объясню сейчас, почему. До этого я играл версию 1.0. Это была, ну, получается, релизная версия в Steam, которая вышла. И когда выходили следующие обновления после нее, люди писали, что у них есть проблемы с сохранениями, что они не сохраняются. Я не стал переходить на более новые версии, дабы не потерять свои сохранения. И когда вышла версия 1.1.1, в которой я сейчас и нахожусь, то никаких сообщений по поводу сохранений не было. Я решил, что нужно, наверное, обновиться, потому что здесь подвезли довольно много всякого интересного нового контента. Это вот, допустим, новые карты, это новые постройки, это новые юниты. Мне очень интересно на них посмотреть. Я обновился на эту версию, и мне не повезло, сохранения у меня не сохранились. Я написал разработчику на Фейсбуке, мы с ним пообщались, он сказал, что, ну, как бы такой вот есть косяк, то есть человек только учится, у него еще не так много опыта, и, к сожалению, он не знает, как переносить старые сохранения в новые версии, но он над этим работает. Я думаю, что ничего страшного, потому что, ну, в любом случае, у нас сейчас будет новая карта, у нас будут новые постройки, у нас будут новые юниты, и плюс, опять же, да, то есть я уже буду развиваться еще более опытно, и я думаю, что мы с вами сможем дожить до 13-го дня. Погнали! Understood. Так, начинаем. Сейчас, ребят, я тогда немножко сначала займусь постройками. Вот, кстати, две новые базы. Мы к ним чуть позже вернемся. Так, ну давай, наверное, начинаем с дома. В любом случае, я думаю, что в первую очередь надо нам построить дом. Надо нам построить барак. Барак, я думаю, что я построю день... А, тут мешает дерево, да? Хотя нет, можно, в принципе, здесь построить. Я думаю, ничего страшного. Пускай здесь стоит барак. Еще один дом я строить не буду. Я построю... Шахту, наверное, тоже не буду строить. Давай мы тогда пока займемся добычей дерева. И добычей камня. Это сейчас будет самое-самое важное. Давай сюда. Так, еще один, да, у меня есть чувак. Еще один чувак. Тебя мы пошлем... Чоппингвуд. Так, это у нас хороший дровосек. Мы тебя на дерево тогда пошлем. Подождем сейчас, пока придет к нам шестой чувак. И его мы тогда, наверное, пошлем на ферму. Я не знаю, стоит ли, наверное, сделать ферму. Давай посмотрим на карту. Карта, в принципе, выглядит практически так же, да? То есть, единственное, что вот здесь вот есть такая вот интересная гора, да? Вот, ее раньше не было. Плюс здесь теперь есть вот такая штука. На первой карте у нас был такой кусок, типа, кусок камня, кусок скалы, да? А здесь вот такая вот арка. Вот, также есть место, откуда будет вылазить босс. Ну и обычный замок. То есть, в принципе, все по-старому. Мне единственное кажется, что карта чуть-чуть меньше. Может быть, мне кажется, я не спорю, но есть такие мысли. Так, every day less helping more damage. Так, ну это у нас будущий лучник. Пока я ферму сделать не могу. Может, сделать шахту тогда, пока я не могу сделать. Да, давай, наверное, пока сделаем шахту. Коль уж не получается сделать ферму. Можно прямо вот здесь вот ее сделать в конце, в самом. Нет, давай сделаем ее где-нибудь вот тут, пускай будет. Так, ты, чувак, у нас построил, да, получается, все. Давай тоже на дерево. Это тогда построить шахту будет копать вниз. Надо искать металл, надо искать золото. Все это надо делать очень быстро. Давай посмотрим, что у нас по зданиям. Так, элитные бараки. Longbow, то есть это у нас получается... Я понял, у нас элитные бараки, в которых можно будет делать чуваков с длинными луками. И можно будет делать рыцарей. То есть у нас вот здесь вот есть только... копейщики, да, а получается вот в этом здании у нас будут рыцари. Ну, не знаю, мне кажется, что все-таки пушкари и мушкетеры здесь как, ну, мушкетеры, да, я имею в виду, они, по-моему, здесь самый топ, и мне кажется, что надо стремиться именно к ним. Ну, с другой стороны, если, допустим, у тебя нету серы, то, возможно, лучники с длинным луком тебе смогут помочь. Посмотрим, как это все будет у нас идти. Так, я нашел камень. Погнали вниз. Давай вот сюда. Вот эту часть мы сейчас сделаем. Нужно максимально быстро на самом деле копать вниз. То есть как только я сделаю свою основную базу на третий левел, я буду сразу прокапывать вниз, чтобы быстрее начать добывать серу. То есть это все буду делать максимально быстро. Я глупец, дом не улучшил. Давай сразу улучшим 2.
Ну вот так, хорошо. Воинов пока делать не буду, у нас 2 часа дня, время еще в принципе есть, пускай пока все добывают ресурсы. Получается, один добывает камень и четверо добывают дерево. В принципе, неплохо. Сейчас еще к нам подтянутся ребята, и мне нужно делать уже ферму. Ну, я бы, конечно, в идеале бы какой-нибудь из этих деревьев бы сначала снес, да, потом бы построил ферму. Так, здесь я не нашел ничего. Что у нас там еще за здание? Вот это еще какое-то здание у нас есть. Village Level 3. 3. Trade. Так, ну тут что-то типа торговца, да? То есть, возможно, это будет торговец на постоянной основе. Да, это у нас просто обычный магазин. Интересно, интересно, конечно, построить, посмотреть, что это. Не спойлерите мне, пожалуйста, не спойлерите, что это за здание. Мне интересно посмотреть на него самому. Так, у нас пришел новенький человек. О, это как раз вот у нас фермер, да? Но ферму я нигде здесь не построю. А, подожди, у меня еще и нехватка дерева. Я, наверное, не построю здесь нигде ферму, потому что мне мешают деревья. Мне нужно избавиться от какого-нибудь дерева. Только после этого я смогу построить ферму. Наверное, нужно было шахту строить тогда в другом месте. Ех, ладненько. Давай двигаться дальше. Металл пока добывать не буду. Надо докопаться до места, где я буду добывать еду. Надо докопаться до этого места. Да, видишь, я тут ферму нигде поставить не могу. Интересно, а если я уберу отсюда шахту? Уничтожится ли вот это вот все, что внизу? Мне кажется, нет. Мне кажется, оно останется. Просто шахту надо будет сделать в другом месте. Давай мы, наверное, шахту сейчас с тобой перестроим. Потому что, видишь, да, тут у нас все осталось. Негде тогда построить ферму. Мне сейчас нужна ферма, потому что у меня будет заканчиваться пища. Мне надо много-много, чтобы у меня было работников, сотрудников. Сотрудники города. Так, все. Ферму делаем. Давай сделаем ее максимально близко, наверное, вот так вот. Вот, и здесь уже будем делать шахту. Шахтерские всякие. Так, а шахту я тоже не могу поставить. А, ну вот здесь, в принципе, могу, да? Ну давай здесь, ее, в принципе, без разницы где-то особо ставить. Если что, ее можно потом в любой момент перенести, также сломать просто, перестроить. Это у нас чувак добывает золото, это хорошо. Есть один фермер, это тоже здорово. А, был один чувак, который занимается деревом, это тоже хорошо. А, у этого на 50% больше дамага, тоже будущий лучник. А, вот у нас по дереву чувак, это у нас плюс один к броне. Ну, в целом, такие, как бы, ребята неплохие к нам в начале игры пришли. Фермера тогда сразу на ферму отправим. Ну, хотя, в принципе, пища есть, да, пока. Давай на дерево. Так, этого тогда на пищу, а этого отправим на дерево. Мне кажется, надо как можно больше сейчас добыть дерева к вечеру. У нас уже 17 часов, блин, уже вечер скоро. Скоро начнет темнеть, мне нужно будет построить башню. Ну, вроде как камень у меня есть. А, там нужно дерево. Ну, там для второго, по-моему, да, нужно будет левела. Вот это у нас, кстати, чувак по камню. А, я так понял, когда написано вот такое вот, да, типа плюс один к майнингу any ore or stone, да. Это, то есть, вот этот чувак у нас быстрее копает и быстрее, по-моему, добывает камень. Ну, или плюс один к камню. Но то, что он быстрее копает, это точно. Это как бы инфосотка. Так, тогда мы его отправим на камень, пускай тоже добывает камушек. Все, у нас уже темнеет, ребят, так что нужно подготавливаться. Мы делаем первую башню. И нужно будет делать лучников. Так. Кого мы отправим? Вот этого давай, наверное, сделаем тогда. Я не знаю, сколько нужно сделать в начале воинов. Я думаю, 3 мне будет достаточно. Мы сделаем 2 лучников тогда. Так, чмок. И сделаем одного танка. Один танк, тут где-то был чувак у меня с броней. Вот, вот давай мы из него сделаем танка. Если по хп у нас, в принципе, у всех по 10, да? У всех получается по 10, да. Тогда пускай будет хотя бы чувак, у которого... О, смотри, здесь у нас плюс 2 к броне, но он медлительный. Давай лучше тогда сделаем из него, а этого я отправлю дальше тогда продолжать добывать дерево. Так, здесь у нас закончили. Улучшить могу. Еще раз могу? Нет, больше не могу. Нужен металл. Все, этого мы отправляем обратно. Я думаю, что ребята там справятся. То есть сегодняшний день, я думаю, у нас пройдет без проблем.
Там, кстати, было на выбор три новые карты. Там не две карты, да, а три карты. И третья карта — это карта пустыни. Она такая скучная, она так скучно выглядит, она серая какая-то вся. Я думаю, не-не-не-не-не-не. На той карте я играть не буду. Поэтому я, ребят, на вот этой карте, в принципе, и начал. Так, воин... Подожди, а где еще? А, еще один уже на месте, да? Еще один уже на месте. Мы его тогда наверх. Тут еще завезли вот такую функцию. Я не знаю, надо ее попробовать. Можно, я так понимаю, поставить вот такой вот, видишь, типа декоративный факел. А, то есть у нас можно, получается, факел так вот зажечь, да? А можно факел именно поставить. Вот мне интересно, как это будет выглядеть. Сейчас тогда... Как там только зомби пойдут, я вот этого чувака тогда буду отодвигать назад. И пускай он тогда где-нибудь вот здесь, вот возле первой башни построит вот такой вот факел. Так, камушек у нас добывается. Очень что-то все как-то добывается медленно. С пищей у нас проблема. Надо, наверное, отправлять ребят на еду. Еды, видишь, нету, поэтому к нам не приходят новые люди. Так, ну по дереву, вроде все сейчас неплохо. Вот пришел еще один чувак у нас. Так, ты у нас кто? Ну, это у нас просто обычный чувак. Это будущая жертва Мокхи. Придет Мокха, мы ему его тогда сплавим. Все, да, по-моему, там... Да, уже выдвигаются. Причем выдвигаются они почему-то из катакомб. Не из замка сейчас идут, ну и ладно. Кодекс у меня апдейтнился. Так, факел. Я могу выбрать, да, где я его буду ставить? Ну, где-нибудь вот здесь, можно? Вот тут вот. Или давай вот тут вот. Чтоб как-то видеть. Опа, классно, классно. Слушай, светится прикольно. Очень атмосферненько так стало. Так, ну, этого на дерево. Тут еще пришло двое у нас уже чуваков. Так, это у нас обычный... А, ну и это у нас тоже получается обычный. Давай тогда одного на ферму, второго на дерево. Вот так, будет отлично. Все, дерево у нас сейчас добывается, камень добывается. Не так, конечно, много. Еда есть, надо улучшить дом. Это что такое? Воу-воу! У нас каких-то животных подвезли, друзья. Смотри, Animal Roof. Можно сделать под крышей каких-то, типа... производство животных под крышей. Или что это такое? Да надо 5 голды. Окей, бро. Listen to me, bro. Listen to me. Так. Ждем пока новых людей. Следующих буду отправлять вот сюда на камень. Буду отправлять на металл. Надо все это дело тоже начинать уже в ускоренном темпе добывать. На самом деле первый день, я думаю, что мы прошли вполне себе удачно. Башня есть, воины есть. Дерево добывается в огромном количестве, ферма есть, она забита полностью. То есть, ну, как бы, в целом, мне кажется, первый день прошел у нас хорошо. Первый день — это обычные зомби, в принципе, ничего такого. Единственное, что вот эти вот только гады, которые... Так, смс-ка, тихо. Телефон. Тихо. Не гуди, я здесь снимаю видео. Вот. Вот эти вот, да, которые у нас будут взрываться. И все. В целом. Так, давай я, наверное, немножко сделаю посветлее, да, чтобы тебе было приятней. Вот так вот мы повключаем факелы. Было бы прикольно, если бы факелы тратили дерево. Ну, хотя, наверное, с другой стороны, может быть, это было бы не так сильно прикольно. Горячая клавиша B. Можно включить факел. Вот это классно, вот это классно. Все, у нас пошла прокидочка, в принципе, да. Самое главное, чтобы быстрее... Взорвали вот этих, чтобы они никого не покоцали. Не покоцали моего великого воина. Великого воина, наверное, нужно отсюда отвезти. Шмяк, 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 шмяк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет-нет-нет, подожди, не подходи. О-о-о-о-о-о. А разве они разрывали соседних зомби тоже? Я этого не помню, слушай. Ну, прикольно, прикольно. Спасибо тебе, кстати, за поддержку видосов по Гримнайту. Я очень рад, что тебе нравится. Так, что у нас здесь дальше? Этот у нас чувак-строитель. Этот чувак-строитель, мы его пока отправим сюда. Это у нас плюс один к броне, да? Ну, пока мне танки больше не нужны. Это еще один у нас строитель. Получается, у нас два строителя сейчас есть. Два строителя, мне нужны еще. Еще дома. Нужно больше домов. Больше, больше домов. Что еще надо построить?
Камни... Давай вниз их. Давай вниз вот сюда. На сбор вот этого всякого. На сбор вот этого всякого. Пойдем. Они еще идут? Я думал, они уже закончились. А, ну это теперь те идут, которые с замка, да? То есть первый у нас, получается, вышли из гробницы, а эти уже идут из замка. Так, пацаны, которые стоят, ничего не делают. Давайте... слушай, да, я немножко, видишь, затупил. Я немножко здесь неправильно сделал. Я ж, получается, убрал и убралась лестница. То есть, чтобы мне теперь вот сюда попасть, мне нужна шахта. Вот эта вот. Либо прокапывать. Ну, придется тогда прокапывать заново. Ну, а что делать? Ну, а что делать, ребята? Что делать? Еще один добытчик золота. У меня уже два добытчика золота. Надо, знаешь, где-то себе, наверное, делать... пометки, что, типа, у меня два чувака, которые добывают золото, чтобы, если что, потом не забыть об этом. Так, я, наверное, сделаю еще одного рыцаря, потому что здесь вполне могут быть где-то катакомбы, да, и их придется зачищать. А нужно, чтобы был хотя бы один рыцарь у меня. Вот, а вот этих тогда пацанов, ну вот, допустим, на камень можно, в принципе, послать, чтобы они просто так не стояли пока без дела. Я понимаю, что можно потом запутаться, забыть, где какой чувак. А то мне обычно тоже пишут, типа, для чего ты отправил чувака по металлу, допустим, на золото? Ну просто потому, что я запутался, потому что, блин, их здесь столько, что ты тупо не упомнишь, где какой. И вот так вот каждого чекать, ну это как бы такое себе. Так, сюда. Где мой рыцарь? А, он уже, вот он уже внизу. Молодец. Так, еще плюс один к броне. Да что ж у меня все такие ребята приходят бронированные-то, а? Давай вот сюда. Тоже будешь тогда в эту сторону. Так, здесь камень добывать, дерево добывать, все отлично. Тут все по ресурсам хорошо. Тут пока идут зомби, я бы на самом деле отправил бы лучше ребят на вот это дерево. Но пока не могу, потому что тут ходят зомбари вонючие. Так, возвращаемся обратно на мою базу. Классно, на самом деле, разработчик сделал то, что можно теперь ставить вот такие вот факелы. Я думаю, что мы потом ими утыкаем всю базу, чтобы ночью было все это дело красивее. О, еще один лесоруб. Это хорошо, это прям вообще топчик. Так, у меня много, на самом деле, уже свободных ребят. И блин, мне их даже некуда отправить. А, ну можно вот туда вниз на камень. Пока есть такая возможность. Золото, хорошо, золото. У меня был где-то чувак по золоту. Нет, подожди, вот сюда копай. А где был чувак по золоту? Так где-то ж, вот он же здесь где-то был. Он же здесь где-то был у меня, буквально, я его только видел. Этот по камню, этот без перков. Чоппинг вуд. Репер, вот он, братишки. Давай, да блин, хватит деревья ломать. Ребята, вы очень быстро собираете дерево. Я за вами не успеваю просто физически. Так, золото, это, конечно, хорошо. Надо как можно быстрее улучшить таверну до второго левела. Так, тут у нас и камень, и металл, это тоже хорошо. Опять дома нужны. Я опять это профукал. Я опять профукал дома. Так, хорошо, пока что нет у нас шахт, откуда могут выходить зомбаки. Что-то они прям двигаются сюда. Когда вы уже остановитесь? 3 часа ночи, зомби. Ёлки-палки, а? Сколько вас там? Так. Еще один, да, у нас чувак? А, нет, это, подожди, это все тот же. Ну, мы сразу делаем так вот улучшение до 3-го левела. 27. Я думаю, что еще один дом, наверное, да? Или хотя... Вполне возможно, что больше я не могу. Я не помню, сколько там можно максимально делать. Так, stone has been found. Еще камень. Ну вот, давай теперь вот сюда последний раз уже сделаем. Так, это он чувак по дереву. Вот этот пускай тоже построит дом. Дом и не дом. Так, а я могу вот здесь построить храм и дом? Подожди, стоп. А, я храм пока не могу построить, да? Мне нехватка металла. Все, мы со всеми зомбаками, ребят, разобрались. Теперь я беру всех чуваков, которые у нас по дереву. Их, по-моему, двое было или трое. Так, подожди. Вот этого сюда. Этого убрать. Так, еще один. Блин, они здесь двое идут. Фиг, блин, выделишь теперь. Где там какой? Ладно, пускай будет так. Все, мы здесь, получается, все это дело пооткрывали. Отлично. Теперь мне нужны свободные ребята, которые пойдут сюда вниз в шахту. Этого мы вот сюда делаем.
Так, это у нас по броне, чувак. Этого вниз. Вот эти камни, мне кажется, надо будет уже выкопать. Так, вот этого чувака сюда. Отлично, у нас будет плюс 4 дерева. Хорошо. Так, ты у нас... Consume twice much food. А, типа, больше жрет, да? Ну, иди, короче, тогда на еду. Так, дальше у нас кто? Это у нас по броне чувак. Давай на металл будем, наверное, их пускать. Вот этого тоже на металл. У меня жалко, нету пока никого, кто может нормально быстро собирать металл. Это, конечно, большой минус. Ух, ни хрена себе, какой ты быстрый. Это флэш. Это флэш Гордон, мать его. Так, здесь... Это что такое? Смотри. Сундук. Ух ты. Вот это уже что-то новенькое. А я его могу как-то... Я могу его открыть, я могу его взломать. Оу. Прикольно, слушай. Выпало немножко металла и выпало... немножко золота, да? И плюс два пузыречка выпало. Классно, классно. Вот эта тема прикольная. Так, ну это у нас получается на 40% быстрее передвигается. Я пока его пошлю на камень здесь. Потому что вот этот камень, как бы от него нужно тоже избавляться. Вот, а эти тогда, ну пускай, наверное, добывают, что... Ну, типа не добывают, копают, я имею в виду. Шахты вниз. Вот, пускай этот копает здесь, этот копает... Это у нас, кстати, по камню, да, по-моему? Можно, в принципе, на камень отправить. 27, пока что люди еще идут. Пока что тут все движется. Ферму улучшать также пока нельзя. Второго левела, ну, я имею в виду, апгрейда нету на ферме. Не завезли. Вот тебе, пожалуйста, первые катакомбы. Уходим, уходим, берем сюда воина. Да уйди, блин, фермер, уйди отсюда. Да, да блин, убей. Я, короче, не смог его увести. Он помер. Он помер священной смертью. Какой, блин, священной смертью? Что ты несешь, Корвит? Что за дела? Так, сундук. А где, подожди? А, вот, смотри, сундук. Еще один. Давай его вскроем, посмотрим. Отлично, отлично. Еще какое-то количество золота. Давай копать еще ниже. Так, этого мы отправляем тогда сюда. У него на 100% получается больше жизни. Это у нас будущий рыцарь, будущий великий воин. Но пока что он пускай пособирает здесь крольчатину и продолжит тогда копать чуть дальше. Так, по дереву. 158 дерева, 162 камня. Я думаю, что лучше сейчас... пока пацанов отправить на дерево, потому что, ну, камень пока не так сильно, на самом деле, нужен будет, чем дерево. Тем более, камень у нас вот здесь вот внизу еще тоже копают. Так, 19-27. Ребята, мне нужны новые пацаны. Мне нужны новые пацаны в огромном количестве. Пока их нету. Все, дальше не могу. Так, у нас, получается, отличается еще и камень, да? То есть, смотри, здесь у нас, получается, камень маленький какой-то, здесь большой... А, нет... Одно и то же, видимо, просто разные текстуры. Новый чувак. Давай посмотрим на него. Так, плюс один бр... Воу-воу-воу, это где? Это вот здесь. Или где? А, вон, все-все-все. Я, походу, случайно туда прожал. Так, ты должен у нас добывать крольчатину. Да, я, походу, наверное, случайно нажал вниз, и он там прокопал туда. Ну ладно. Давай, этого мы тоже вниз тогда посылаем. Или можно... Не, давай лучше сюда, на камень. Металл, в принципе, добывается. Как будто проблем нет. Давай в эту сторону копать. Тут всего лишь два зомби. Можно туда, в принципе, отправить рыцаря. Пускай он с ними разберет. Убивай их! Он стоит, просто ничего не делает. Уходи. Уходи, глупец. 8 жизней у него осталось. Ёлки-палки. Ёлки-матрёлки. Так. Блин, ну теперь мне нужен, получается, храм. Ну ладно, блин, ну как же ж так-то. Где-нибудь здесь давай его поставим. Так, 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 так. Дерево добывается у нас. Что за пузырьки? 25 больше хп. Нет, ну и их я использовать пока не буду. Есть еще металл, но я пока буду еще пока копать дальше. Еще пока буду, еще пока. Еще пока буду, еще пока дальше копать. Так, сюда идем.
там сюда, кроликов больше нету. Здесь, в принципе, пищу добывают. С пищей пока все отлично, но это потому что я пособирал сейчас огромное количество кроликов, поэтому с пищей в целом все неплохо. Надо сейчас добывать крайне быстро золото, надо добывать крайне быстро металл. A new village has arrived. Так, 50% дымага. Ну, то есть, опять же, какой-нибудь там лучник, арбалетчик. Но пока он пойдет на металл. Пока будем его эксплуатировать как чернорабочего. Давай вот сюда, ниже, ниже, и вот так вот. Так, голод. Голод. Господи, голод. Голд. Золото. У нас был еще один чувак. Я 100% помню, что у нас был еще один чувак по золоту. Давай мы его сейчас найдем. Так. Repair. Фарминг. Армор. Без перков. Жизни. Так, здесь у нас кто? Армор. Эти у нас двое по дереву. 40%. Подожди. Подожди. Я точно помню, что у нас было два чувака по золоту. Я точно это помню. Армор. Без перков. Ай, он, наверное, его здесь, скорее всего, убили, да? Да, его, скорее всего, блин, убили. Он, наверное, был вот тут вот. Пацан, который там слег. А, блин. Ну, ладно. Отправим тогда вот этого на золото. В целом, я думаю, что неплохо. Смотри, у нас три шахты с металлом, которые будут потихонечку добываться. Так, из этого я сделаю... Нет, из этого я не буду делать. Из этого я потом сделаю хорошего, офигенного прокачанного танка. У него 20 хп. Из него получится хороший танк. Мне нужен чувак, из которого я сделаю... Блин, у этого тоже 50. Ну ладно, давай из этого тогда сделаем хилера. Мне кажется, будет отлично. Трикхорд зомби, чё? Это чё это? А почему они днём сюда? Я не помню, такое было раньше, чтобы зомби выдвигались днём в атаку? По-моему, что такое было. Ну ладно. Так, смотрим. А, ну тогда получается вот этих пацанов надо будет уводить, да? Надо будет о них, короче, не забыть и просто отсюда увезти. Так. Виктория Стилтист. Стилтиц. Железные сиськи? Виктория Железные сиськи? Нифига себе. Так. Плюс один к броне. Вот этого можно отправить вниз. Вот этого можно отправить вниз. Этого тоже, кстати, вниз. Надо отхилить вот этого моего рыцаря. Вот, и отправиться на катакомбы. Вот, это тогда просто продолжит дальше у нас тут все делать. Что там у нас? Эти еще пока не дошли. Не, они еще пока... Они еще пока идут и идут. Ладненько, ребят, на сегодня выпуск тогда закончим. Если тебе понравилось то, что мы начали заново, то, что... Новая карта у нас, то, что у нас новое обновление и так далее. Обязательно ставь этому видосу лайк, подписывайся на канал, если ждешь продолжения по Grim Knight. С тобой был Корвит, пока и удачи.